Здравствуйте, я Елена, эксперт МВидео. Познакомлю вас с узкой стиральной машиной от известного высоким качеством бренда Гаренди. Классический корпус белого цвета и необычный люк из серебристых и черных деталей придает дизайну индивидуальность. Но главное, как обычно, это не внешность, а набор современных функций этой стиральной машины. Хотя глубина этой модели составляет всего 44 сантиметра, стирает она до 7 килограммов белья за одну загрузку. Хватит даже на большую семью. При этом, сколько бы белья вы ни загрузили, из люка достанете его практически сухим. Здесь мощный отжим до 1400 оборотов в минуту. Разнообразные, скажем так, семейные режимы тут есть. Отдельные программы предоставляют лучшие условия для стирки детской одежды темного или светлого белья. А для наилучшего полоскания есть режимы антиаллергия и предварительная стирка. Мини-программа длительностью всего 17 минут пригодится, если белье не слишком загрязнено. А всего тут 23 программы. При этом можно создавать подходящее для каждого конкретного случая сочетание интенсивности стирки, температуры и силы отжима. Красота! Еще одна полезная функция, придуманная инженерами Гаренди, это самоочистка. Благодаря ей с момента покупки и навсегда бак машины будет идеально чистым. Из того, что и не разглядишь снаружи, хочу отдельно отметить долговечный нагреватель Durable Heat, установленный в этой машине. Такой нагревательный элемент имеет гладкую никелированную поверхность. Благодаря этому накипь на нем почти не образуется. Еще один плюс данной модели – вот эти ребра жесткости StableTech. Они придают аппарату устойчивость и исключают вибрацию. Так что на каких оборотах ни шли стирка или отжим, ни вы, ни соседи не услышите, как работает машинка. По итогам резюмирую, эта узкая стиральная машина Гаренди способна обеспечить качественную и долговечную стирку, даже если ее будет использовать большая семья. На этом я с вами прощаюсь, надеюсь, этот обзор был полезным. МВидео. Нам не все равно.